раз и катишься. Светлана Налепова на коньках стоит неуверенно. Признается, на катке гость частый, но на трибуне болельщиков. На хоккейной коробке дети. Но ради деловой встречи в неформальной обстановке идет на лед. Особенно, если ты не катаешься, а твой коллега хорошо катается. То есть люди подъезжают, помогают, и получается такое сближение, и ты можешь обсудить между делом темы, которые, допустим, ты не мог позвонить когда-то, а сейчас идет просто на ура. Все договоренности, все переговоры в таких условиях и заключаются. На помощь Светлане пришел в прошлом хоккеист-любитель Максим Ганин. Более 20 лет руководит общественной организацией. Такую встречу на свежем воздухе пропустить Максим не мог точно. Это идеальный формат познакомиться с коллегами и обсудить возможность сотрудничества, например. Чтобы планы, которые строит, скажем так, исполнительная власть, они доходили до общественников, непосредственно до тех людей, которые работают на земле. Общественникам нужно родиться, потому что общественник – это внутри, в душе. То есть, ну, это не безразличие к тому, что происходит вокруг тебя. Мы решаем проблемы, кстати, города. Правильно. Зачем мы приехали? Да. Как и Светлана с Максимом, еще 20 представителей некоммерческих организаций приехали в парк Раздолье. Сферы деятельности разные. Социальное предпринимательство, поддержка материнства и детства, ветераны, спорт, образование, волонтерские движения, культура. Наша задача является поиск новых возможностей взаимодействия, развития механизмов поддержки консультационной, организационной и информационной. Познакомились. После катания экскурсия по парку, во время которой успели обсудить участие в конкурсе на предоставление субсидий. Он запланирован в марте. Прием заявок уже скоро, с 26 февраля по 13 марта. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».